Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Play. Я запускаю новую рубрику на канале, которая будет называться Супер Трэш. Рубрика Супер Трэш будет заключаться в следующем. На обзор мной будет покупаться рандомная игра, и мы вместе будем ее смотреть. После обзора в комментариях под видео вам будет необходимо оценить игру и написать свой вариант. Супер, трэш, на раз, второй шанс. По итогам голосования обзор игры попадет в соответствующий плейлист. Плейлист Супер будет собирать обзоры игр, которые не стыдно рекомендовать. В плейлист Трэш будут попадать обзоры всех некачественных проектов. В плейлист На раз будут попадать обзоры неоднозначных игр. Если игра заслужила второй шанс, я запишу вторую серию, после второго обзора видео с игрой попадет в тот или иной плейлист. Совместно с вами мы сможем как поддержать рублем хороших разработчиков и их проекты, так и обнародовать объективную халтуру, чтобы как можно больше игроков было предупреждено. Друзья, принимайте активное участие в голосовании, делитесь данным видео с друзьями и знакомыми, а также предлагайте к проверке игры, которые хотели бы увидеть на обзоре. Ну а если хочешь поддержать проект, жми лайк и подписывайся на канал. Ведь чем нас больше, тем весомее наш голос в игровой индустрии. Детальная информация о рубрике в описании к видео. Поехали! Итак, сегодня у нас новая игрушка. Я думаю, что она пойдет в Супер Трэш, в рубрику, потому что давно ничего не выходило. И опять же таки, примерно ценовой сегмент тот же. Игра в Steam стоит 415 рублей, но я ее установил с Xbox Game Pass, а она там появилась тоже. Игрушка вышла вчера, сегодня будет у нас два видео, одно по Last Stop и одна вот по Omno. А ты чё, ты только от клавы и мышки что ли работаешь? Геймплей, графика, окно без рамок, полный, высокое, включить, лимит, включено. Да, применить. А что за геймплей? Понятно, я думал, можно на этом, на джойстике. А, можно все-таки. Что-то у меня контакт, короче, с Bluetooth теряется. Ну, поехали, посмотрим. Я посмотрел по ролику, который прилагается к игре. В принципе, выглядит довольно-таки симпатично. И чем-то она мне напоминает Ори. Если игрушка опять-таки зайдет, мы можем ее полностью пройти. А по воде можно ходить? Или болото какое-то? Обучения не будет, так я понял, да? Ага, удерживайте. Дальше. Чекпоинт. Квекшута. Это что такое? Внемли зову, отправься в путешествие, следуй дорогой света. Короче, это какой-то 3D-платформер, ну, вроде как приключения, все дела. Опять, пожалуйста, там чекпоинт. Сука. Здорово, черепаха. Понятно, это типа он помечает в журнале.
новых существ. На самом деле, пока как-то как выглядит, мне нравится. По самому геймплею, я думал, чуть-чуть она будет похожа на RPG, она вроде как платформер. Не совсем мне так, такое нравится, но ладно, посмотрим. Не будем, соответственно, судить по первым нескольким шагам. Эй. Это фигня. Так. Тихо. Чекпоинт. Все, давай, пока, черепаха. Здесь что? Свет. Камера, мотор. А тут есть какие-нибудь секреты? Или нам просто линейно бежать вперед? Вакалумпы. Некоторые полагают, что эти причудливые и нестареющие существа в большей степени растения, чем животные. А ты кто? Полумифические существа. Встретить их можно крайне редко. Раз в десятилетие. Может быть, может. Вокруг них сложилось множество легенд. Квикушата. Эти стеснительные создания любят болотистую местность и мутные воды. Молодцы. То есть нам таким образом еще рассказывают про жителей этого мира. Существ, я даже так сказал. Это вон что-то слева, глянь, какой-то шарик. Карьер Ауквуи. Это что такое? Это пока... Блядь, непонятно. Это показывает, какой процент, да? Все-все. Туда мы не допрыгнем просто так. Ты что, дурак? Вставай. Так, можно сюда залезть. Ну, давай соберем эти три штуки. Ага, молодец. Так, это что? Да, нам таких три штучки надо собрать. Вон еще одна, еще... Да их больше здесь в целом-то. А, так, так, так. Так, чекпоинт. Квакушки. А вы не нападаете? А, это кто? Шмелюмы. Они светятся только рядом с сородичами. Эти существа — символ товарищества и единения. Ой, как все приторно. Дружба и любовь. Так, второй. А, вон столб в центре, вижу. Он должен загореться, видимо. А если больше собрать? Пока бегаем, исследуем. Так, какие-то... Вон у него в руку собираются. А, соберите больше... Так. Это че? Медитация. Он сейчас покажет, что здесь есть в округе, да? Как же я не люблю игры, в которых толком не рассказывается сюжет. Что происходит? Куда, блядь, идти? Зачем ему идти в путешествие? Утратив память о том, как началось мое странствие, я чувствую, что приближаюсь к свету, к новому миру по ту сторону врат. Скоро и я переступлю этот порог. Красавчик.
Так, черепашата. Трудлы. А, это вообще другие. А, трудлы. Мирные существа, ведущие отшельнический образ жизни. Да что-то не очень похоже, они, глянь, тут толпой собрались. Так, зачем мы это все собираем, кстати? Во, по ним, и все, я понял. Мы по ним можем пропрыгать вон туда. Они еще и ныряют, собаки. Да не то. Но в целом я могу сказать, пока напрягов я от этой игры не чувствую. Такой некий расслабляющий платформер. Ну окей, мы собрали три, но их больше. Есть еще один. Вон там, вон. Ну мы сейчас тут посмотрим все. Так, сюда пока не пойдем. Давай вот эту книжку посмотрим. Или что это? Этой дорогой я следую в полном одиночестве. И все же, для тех, кто решил повторить мой путь, и для себя, на память я оставлю эти записи. Ах, только бы это бесконечный дождь перестал. О, здорово. Камешки, вы, блядь, че? Лепикабры. Говорят, когда-то все камни были живыми существами, огромными, словно горы. А ты зачем их донимаешь? Живут они и живут. Ну, скорее всего, вот эти... Вот этот свет мы, который собираем. А. То есть это какая-то энергия. Окей. Окей. Собирается какая-то ярость. Назовем ее так. Ярость. В целом, наверное, неплохо, что такие игры добрые есть. Можно было бы побольше чего-нибудь, какой-нибудь жести повыпускать. Так, что здесь? А, мне, я типа дальше иду. Ладно. А это, очевидно, там вон что-то тоже можно нажать. Все, ладно, что-то мне прям это, флэшбэки из давно забытых игр. Раньше РПГ все практически в таком духе были. Подвинь вот это, туда, сюда. Так, и... А я ж сюда не смогу залезть. Или мне вон туда нужно пойти? Че, блин, ничего не понимаю. Нет, туда не надо идти. Он собрал много света в посох. А, вот. Ну конечно. А, все, вот. Таким образом он показывает, что сколько процентов я исследовал данной территории. Окей. Окей, идем. Да ну нет. Же. Я хотел по-нормальному, ну так, по диагональке туда, по диагональке сюда. Ничего у меня, конечно, не получилось. Да понятно, понятно. Сейчас мы куда-то переместимся, видим. Или нет. Или да, да. Видимо, в какой-то другой мир. Хорошо. Хорошо.
на солнце. Сейчас мы попадем в людской мир, очевидно. Или в какой-нибудь зараженный, отвечаю. И нам будет надо будет светом все лечить. Так, как это авокадин лежит. Вставай. Ты куда? А, мы ее видели. Правильно, главное палку не теряй. Итак. Естественно, непонятно же, где мы есть. Икс. А в целом, выглядит хорошо. На свои деньги прям великолепно. Если вспомнить, какие игры мы проходили с тобой в этом ценовом сегменте. Агнесское плато. То это прям вообще выглядит шикарно. В целом, мне кажется, ее можно было бы и за рубль продавать. Так, ты кто? Да не-не, я перепутал кнопки. Рывок. РБ рывок. Так. Рывок. Рывок надо с земли делать или можно в прыжке? Ага, прыжок, рывок. Он не прыгнул, блядь. Супер. Хорошо. Так, здесь какой-то камешек. Нашедший свет да обретет свободу. Лады. Тут еще головоломки всякие. Лишь зов Альтирекса нарушает эту необыкновенную тишину. Больше медлить нельзя. Свет врат взывает ко мне. То есть Альтирекс какой-то злодей. Судя по всему. Так. А ну залезь. Вот эту фигню можно собрать. Или что это такое? Флумы. Флумы. А одержимое всем, что блестит и сверкает. Хорошо. А мы теперь заново собираем, да? Так, здесь чего? Это куда-то лезть. Вон туда за шариком. Хорошо, полезли. Вот почему ты не прыгаешь с краю? То есть нужно прыгать начинать раньше. Ага. Интересно, рывок бесконечный? Так, один собрали. Опять три штуки надо собрать. Так, а если я на вас? Как вас назвать-то, я даже не знаю. Так, камень здесь рядом. Там вон много разных камней. А еще одна записка. Я отказываюсь от всего этого. Я оставляю позади окружающую меня красоту и удивительных созданий. Я ухожу, чтобы найти лучший мир.
Он скрыт где-то там, внутри света. Каков он? Мир за вратами. Скоро я получу ответ. Но это не точно. Так, вот еще новые какие-то зайцы. Шубы. Так, что за шубы? Эти подвижные маленькие создания всегда сбиваются в стаи. В одиночестве они слабеют и угасают. Понятно. Так, как мне? Я хочу вот с этих собрать. А, все, просто то есть на них надо попасть. Ладно. То есть они питаются светом, и мы питаемся светом. Все в этом мире питаются светом. А зачем? Ну ладно. Так, это кто? Фрумеры. А фрумеры? Отсутствие... Ловкости эти создания компенсируют поразительной выносливостью. Они могут облететь весь континент без единой передышки. Красавчики. Я понял. То есть мы собираем энергию, и вот те столбы, которые вот с таким шариком, мы эту энергию используем на этот столб. Окей, ладно. Осталось найти такой столб. Медитация. А, это не медитация, да, я все понял. Это типа карта местности. А вон этот столб как раз, все вижу. Да, и мы можем посмотреть, что где находится. Где шары, где столбы, все окей. Ну вот, да. Так оно, в принципе, работает, но... Я бы остальные дособирал вон. И вон наверху. А вон еще книжка. Историю-то хочется понимать. Это меня как раз авокадины водят по кругу. Кажется, словно лишь вчера другие ступали по этим тропам и пересекали эти мосты, как сейчас это делаю я. Шепчущие ветра каньона навеивают воспоминания о времени до великого отбытия и о народе, живущем в гармонии с мирозданием. Бля, прям про меня история. Так. А, вот что. Эти платформы поднимаются. А как высоко? Ты падл... А знаешь, есть какая-то последовательность. Так, сюда допрыгнули. Значит, соответственно, на следующую. А дальше, я думаю, туда. Они типа все выше и выше. Да, и... Ты дурак. Ты же видел, что он зацепился, да? И почему-то он решил, что надо спрыгнуть. Хорошо заряд вот этого рывка, в принципе, бесконечен. Вот. Неужели? Скотина. Итак, первые сложности в игре. Тик. Я верю, что я залезу туда. Ну, может быть, не сегодня, блядь.
Так. Почему я использую двойной прыжок? Так, еще раз. Так. Стоять. Я просто это... Сегодня не мой день. Ну, я, наверное, в принципе... Ура! Это сделал. Так, вставай давай. Разлегся он, блядь. Так, вот тут еще есть. В смысле, ты же за все уступы цепляешься. Вот. Так. Ага, перехитрить меня игра хотела. Вот. А еще можно по деревьям залезть. Эх. По идее, 100% пройдено, но... Хотя мы, наверное, там залезем. Я хотел туда пролезть, ладно. Пойдем уже к точке. Так, это, я так понимаю, подъемный механизм. Да. Так. С прыжками тут, конечно, не очень, я бы сказал так. Так, и чё? И зачем я сюда? Ты же не допрыгнешь, правильно? Не допрыгнешь, хорошо, ладно. Туда, потом сюда, ладно, я понял. Ага. А там чё? Там ничего нет, ладно. Что-то я не совсем... А, я понял. Нам отсюда надо будет залезть туда. То есть, соответственно... Вот. Нет, это сильно. Ты можешь послабей? Типа, раз. Собака, ладно. Допустим. А оттуда уже... Получается так, что ли, да? Ну, давай попробуем. Что у нас из этого выйдет? Так. Так. Ну все, загадка решена. Ага. Ага, все, теперь понял. А я-то думаю, как с них прыгать. Перейдем на эту сторону. Сломал анимацию здесь. Так. Ага, и дальше. Спасибо. Тут с прыжками все весьма и весьма отлично.
Хорошо, что они пока не падают. Но это пока, я так понимаю. Так, здорово, Акадина. Ангельское плато. Тихо. Отлично. О, здорово, вы кто? Как это там вопрос, чьих будете? У меня, говорит, палка есть, я тебя въебу по башке. А, ладно, тогда не надо, вот пошел я. Новая запись. Так, альтирексы. Эти древние стражи скрываются в тенях Великого каньона, взывая друг к другу сквозь туман. А вон про кого они говорили. Ладно, ерунда. Надо было всего лишь ему сказать, что въебем ему по макушке палкой, и все будет нормально. Так, это переход такой между локациями. То есть мы до этого на черепахах, теперь на альтирексе едем. Соответственно, предварительно пригрозив ему физической расправой. Какие-то там летают драконы. Деревья из Майнкрафта. А, нам... Подожди. Ну там, бля, рогатый какой-то. Мы на главном, судя по всему, едем. Ага. Нормально такой. Раскачивается малый. Так, и чё? Всё? Дальше не пойдем? Типа... Чекпоинт сохранен. Да, давайте тогда на этом закончим. Такая вот игрушка получилась. Я всех прошу, кто смотрит, оценить ее. Хороша ли игра, плоха ли игра или нейтрально. И обязательно пишите о том, что если она понравилась, полное прохождение, мы ее полностью посмотрим. Потому что вы пишете потом через неделю, типа, а чего нет продолжения прохождения. Вы пишите сразу, я буду учитывать это. На этом на сегодня все. Поехали, голосование открыто, поехали.